день на пляже с нами. Мы очень рады вас видеть на открытии выставки «Морская». И я с большим трепетом, волнением передаю слово Илье Лобутенко. Спасибо большое. Всем добрый день. Я персонально чрезвычайно рад, что немногочисленные, но очень с большим энтузиазмом проводники культуры рейгерства в Владивостоке нашли все-таки силы объединиться в этом году. Я имею в виду Центр Заря и Лерокс фестиваль. Сам еще не посещал выставку, с удовольствием, а вернее с нетерпением жду этого часа, когда мы сможем увидеть. Приложив собственные, наверное, любительские знания об уличном искусстве, провел много лет в убеждении отдельных представителей текущих и предыдущих администраций города и края, как подобный жанр искусства может стать привлекательным для городской среды. Найти понимание не удалось, но хорошо, что есть все-таки люди, у которых есть другие мироощущения. Все они сегодня здесь находятся. Вот, и, надеюсь, расскажут своим друзьям и знакомым, как мы видим, все-таки тот самый фантастический Владивосток 3000, в котором каждый из нас уже находится, а остальных надо только туда подтянуть. Следующее слово я представляю Дмитрию Аске. Он на самом деле не новичок в сотрудничестве с фестивалем «Верокс», потому что изначальная идентика фестиваля именно им и была создана. Так что я рад, что спустя годы и расстояния теперь Дмитрий смог оставить в городе часть самого себя, то есть собственного искусства. Всем добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли, за ваше внимание. Хочу поблагодарить Центр Заря, фестиваль «Лерокс» за то, что предоставили мне возможность приехать во Владивосток. Я очень рад быть здесь. Мне все очень нравится, и возможность порисовать здесь, и возможность здесь пожить, посмотреть ваш город. Все супер. Я надеюсь, что это не последний раз, когда я приезжаю к вам. И на сегодняшнем открытии у вас есть шанс первыми посмотреть выставку, которую мы отобрали по заявкам местных художников вместе с фестивалем и с Центром Заря. А также после этого приглашаю вас посмотреть мою новую работу, которая также находится здесь, на территории. В общем, еще раз всем спасибо. Я надеюсь, вам понравится. Ну и, конечно, главные хедлайнеры сегодняшнего события – это сами художники. Ребята, подойдите сюда. Давайте групповой вход, а вы покажете. Thank you.
локация, и это похоже на какой-то замок или улей, или какой-то муравейник. И я смотрел на все это дело, и мне казалось, что было бы классно, если бы попытаться как-то воссоздать эту историю о распечатанных панельках, которые находятся на рельефе, висят в воздухе. Они как будто бы находятся в какой-то невесомости, в темноте, и возникают только окна. И для этой работы я провел, мне кажется, все 7 закатов, из них только 6 вышли в нее в разных местах, снимая просто блоки гостинок, панелек и всего прочего, и потом воспарил. А морская, потому что на море смотрят за кучу. Да, да, здесь какой-то визит на море.